С января сумма ежемесячной выплаты составит 9811 рублей, почти на 400 рублей больше, чем в 2018-м. Касается это семейных пар, которые родили или усыновили второго ребенка и относятся к категории нуждающихся. То есть месячный доход на одного человека не превышает 14 тысяч. Подать заявление на выплаты можно в отделении Пенсионного фонда по месту жительства или любой многофункциональный центр. Напомним, часть средств материнского капитала теперь можно использовать на личные нужды. Но выплаты прекращаются, если сумма полностью истрачена, семья сменила место жительства или ребенку исполнилось полтора года.